Здравствуйте, с вами Мусулега Елена, и сегодня я буду расписывать глазурью новогодние пряники. Наносим рисунок глазурью, давая каждому слою подсохнуть 10-15 минут. Готовым изделиям даем подсохнуть не менее 9 часов. Поверхность пряника, покрытая белковой глазурью, получается ровная и гладкая, хорошо держится и не осыпается. Я такие пряники готовлю не только своим детям, но и на подарки. Смотрите наши рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена. Па-па!